друзья, пользуясь случаем, пока тут сижу, чаи гоняю, хотел бы рассказать о некой обновке, то есть, которую я приобрел. Многие из вас наверняка рыбачат вот в подобных сапогах, то есть это сапоги из материала под названием ЭВА, то есть полиуретан, как я понимаю. Этот материал хоть и теплый, хоть и легкий, но довольно износостойкий, наоборот. То есть любой сучок, любое что-то там попалось под ногу, может зацепиться и порвать сапог. То есть бывали случаи, кто мои видео смотрит постоянно, знают. Я хожу на ногах, и в моих случаях было такое, то, что вот где-то весной возвращался с рыбалки, уже снег в лесу растаял, лечушки полны, вот перемывают дорогу, и, блин, вот скрывает практически полностью сапог. И перед, блин, речушкой перед самой я порвал где-то раз сапог, и мне пришлось вот подручными средствами его спасать. То есть я спасал его при помощи скотча, перематывал. Сейчас же, друзья, я в кармане таскаю клей. Клей, латка. Вот так вот он выглядит. Он специально для ЭВА, даже написано на нем. То есть, если сапог порвался, если мы не вырвали кусок, естественно, сапога, если уж кусок сапога вырвали, примонтировать можно, но на месте уже навряд ли. Если мы просто разрез порвали, мы нанесли клей, оставили сапог на 10-15 минут, пока попили чаю, он заклеился. Мы можем дальше форсировать любые речки. То есть, вот мне как пешеходу, то есть я очень много перехожу по лесам, где-то вот сучками зацепляюсь, вот. Даже в начале сезона, вот мне сапоги новые покупал, я их порвал. Переходя железную дорогу, зацепился, там какая-то арматуринка торчала. То есть я заклеил его. То есть, друзья, вот его, такой клей иметь с собой, я думаю, что стоит. Ну и также я приобрел еще для лодки, то есть там уже клей ПВХ. То есть, мало ли, порвешь лодку, тоже таким клеем. Есть другой уже, разновидность просто, красный, этикетка. Такой же клей, латка, он спасет при небольших увечьях лодки, мало ли там порвали. Ну что ж, продолжим рыбалку.